Битва за Панджшир. Талибы наступают на последний неподконтрольный им район Афганистана. Рейтер пишет со ссылкой на три источника в Талибане, что силы талибов взяли под свой контроль весь Афганистан, включая Панджширскую долину. «Милостью Всевышнего Аллаха мы контролируем весь Афганистан. Возмутители спокойствия разгромлены, и Панджшир сейчас находится под нашим командованием», цитирует агентство одного из командиров талибов. «Нет сомнений в том, что мы находимся в сложной ситуации. Мы находимся под постоянным давлением талибов», сказал Амрулы Солих. «У них были жертвы, и у нас были жертвы. Вчера я был на похоронах моих павших братьев, погибших в этой священной и святой защите Афганистана», говорит Амрулы Солих.